Всем привет! И сегодня мы наконец-то будем проходить пятую ночь в игре «Пять ночей с Фредди». Сегодня мы будем играть в эту игру, и наконец-то я сегодня постараюсь пройти пятую ночь. Смотрим быстро в камеры, обязательно. Тут надо быть начеку всегда. Вот, уже аниматроники сбежали. И явно уже идут ко мне. Давайте постараемся сегодня пройти пятую ночь первой части. По сторонам смотрю, обязательно подсвечиваем, их нету пока что. 12 часов. О, видели, резко Бонни был. Он еще тут. Лучше подсвечивать буду. Вы видели, прям на него дверь открыл. Я не знаю, как он не успел меня поймать. Фокси готовится. Так, аккуратно. Да ну в смысле, я не понимаю, что там Бонни стоит. До сих пор. Я не знаю, как он не зашел сюда. И почему он так долго стоит? Чика была вот. Но вообще в пятой ночи они быстро убегают. Но Фокси готовится. И смотрите, еще одно. Я Фредди не подпускаю ко мне. Обязательно за ним и за Фокси следим одновременно. А в остальные камеры не обязательно смотреть. Только вон те две. Так, все, они ушли, да? И вот, таким образом Фредди сюда не попадет. Только главное его не упустить. Он двигается очень быстро. Это был Бонни опять. Он, конечно, часто будет приходить, поэтому уже нечего бояться, конечно. Он быстро ушел. Это, в принципе, нормально, это пятая ночь. Оцените видео лайком, подпишитесь на канал. Так, Фокси уже будет выбегать он. Так, стихло все. Фредди на месте до сих пор. И 2 часа ночи. Ну, зарядки, в принципе, достаточно. 58%. Так, Бонни, опять вы видели? Сколько можно? Он часто приходит в пятой ночи. Все, он ушел. Он опять придет скоро. Так, а Чика потерялась. Нет, пусто. Быстро смотрю в камеру и отворачиваю. И за Фокси, и за Фредди. Как ни странно, их нету. Стоп, а Чика где? Чика на кухне, скорее всего. Нету. Бонни в любой момент придет. Это не он. Нет. Фокси сейчас будет выбегать. 3 часа ночи. Так, какие-то звуки были.
Но Фокси обычно выбегает в 3 часа ночи и в 5. Насколько я знаю, чаще всего. Кстати, их нету. Странно. Надеюсь, хватит зарядки. Нету. Во! Блин, это Бонни был. Фокси, вы видели? Все, открыл быстро. Он ломился в дверь и перестал. Я открыл дверь. А Чика где? Может, сейчас Чика внезапно придет со своим скримером этим? Да нету опять. Вы, кстати, заметили, уже 4 часа ночи, я Фредди ко мне не подпускаю. Опять Бонни пришел. Все, ушел. Быстро смотрю и по сторонам подсвечиваю. Смотрю в камеру, отворачиваю. Фредди на месте. Он и не придет. Фокси готовится выбежать. Он в следующий раз в 5 побежит. Нету. Ну, в принципе, нет, дверь я не буду пока что закрывать. Нет, даже если 5 будет, мне не хватит энергии. Нет, не хватит все-таки. Она у меня быстро истечет. Я чаще смотрю в камеру, потому что... Бонни опять, да что это такое? Чика где, не знаю. И ушел он. Он приходит ко мне наведать со скримером своим. И уходит. Нету. А Чика все потерялась. И нету. Фредди Фокси на месте. Бонни тоже нету. Нету. 10% энергии осталось. Надеюсь, хватит. Он в любой момент сейчас придет. Чика. Потому что они становятся агрессивнее к 6 утра. Нету. Почему они сюда ходят? Секрет в том, что тут вентилятор работает. Этот вентилятор их приманивает сюда со своим звуком. Но вентилятор я выключать не могу. Да нету их. Надо за Фокси посмотреть. А, все, прошли. 6 утра. Все. Вот поздравление. Скриншот сделаем сразу. Музыка такая играет прикольная. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, оцените такое прохождение лайком. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.